Банки должны начать предлагать криптовалютные кошельки. Согласно порталу VentureBit.com, Биджан Шахрахи, главный менеджер по продукту финансовой отрасли, а ранее соучредитель и генеральный директор Virtual Next, считает, что единственный способ для банков оставаться актуальными в будущем – это уже сегодня наладить отношения с владельцами криптовалют. Сейчас многих новых инвесторов беспокоит то, что они вынуждены вкладывать средства в новые непроверенные криптовалютные онлайн-кошельки. И это открытая возможность для традиционных банков. У банков есть лишь небольшое окно для прохода в новое криптовалютное пространство.